Министерство культуры Московской области и Мособлтранс запустили необычную совместную акцию под названием «Читающий транспорт». Накануне старта в библиотеках муниципалитета кипела работа. Надо было подготовить 250 книг к отправке в рейс, наклеить логотипы акции, возрастную маркировку, вложить информационные буклеты. Ради чего этот проект и запускается? Это еще раз привлечение нашей некогда читающей, самой читающей в мире страны, вновь обращение ее к книге. Напоминание о том, что есть библиотеки, что мы всегда открыты для наших посетителей и ждем их для того, чтобы помочь им прочитать самую интересную книгу в своей жизни. 26 декабря 200 автобусов в 46 городских округах Подмосковья превратились в читальные залы на колесах. Первый автобус под слоганом «Читай без остановок» отправился из Видновского по ТП. Сегодня отправляем первый автобус. Предполагается, что их всего будет 5 по городу курсировать, и постоянно, периодически будет обновляться ассортимент. Если у вас есть какие-то ненужные, невостребованные книги, приносите их в библиотеку, и они найдут применение в этой акции. Зайдешь в автобус, не в телефоне будешь ковыряться, а, допустим, откроешь книжку и почитаешь знакомые, незнакомые слова. Тоже очень приятно. В нашей повседневной жизни очень нужно читать. В акции принимают участие книги, списанные из библиотечных фондов, подаренные читателями, и литература из личных собраний сотрудников библиотек. Джек Лондон, Рэй Брэдбери, Александр Дюма, Виктор Пелевин, Дарья Донцова. Словом, каждый пассажир найдет что-то по душе. Вот в таких кармашках лежат информация об акции, афиши на ближайшие дни и, собственно, книга. Как современная литература, так и классика. При желании можно взять книгу с собой, а прочитав, обратно вернуть ее в кармашек. В афише, кстати, можно найти информацию не только об интересных мероприятиях в библиотеках муниципалитета, но и о концертах, выставках, кино и театральных премьерах в учреждениях культуры всего Подмосковья. Первым пассажирам читающего автобуса акция пришлась по вкусу. Очень интересная акция. Книги – это всегда очень хорошо. Читали эту книжку, понравилось. Ребенку есть чем занять. Обязательно. Отлично. Интересно. Что-то новенькое у нас в городе появилось. Мне очень нравится Донцова Дарья. Молодец. Возьмите с собой. Я подумаю. Наверное, нет. Оставлю еще кому-нибудь. Вдруг еще пассажиров будет интересно почитать. Уже сейчас акцию планируется сделать бессрочной, а в течение 2020 года увеличить количество читающих автобусов до 600. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.